Да я не удивляюсь таким, как вы, чтоб только сдать, чтоб только убить, чтоб только уничтожить. Я говорю свои мысли, высказываю то, что я думаю, потому что я вижу, что происходит, и уже так, как мы занимаемся уже третий год возвращением наших ребят из плена, и я понимаю, как мы их можем вернуть, когда мы можем их вернуть, и при каких условиях мы можем их вернуть домой. А это наши родные. А то, что вот это вот сдать в СБУ и все остальное, вы ничем не отличаетесь 37-й год, когда приходили на людей, на честных людей, притом на честных людей, стучали их, забирали и убивали. Вот вы то же самое сейчас делаете. И если со мной что-то случится, вот вы в этом будете виноваты. Потому что вам только уничтожать людей нужно. Вы зачищаете землю от нас. А я не хочу, чтобы ребята гибли. Сколько инвалидов в СУ уходит с протянутой рукой. Им на протезы, на операции денег не хватает. Давайте думать об этом. Давайте думать о том, что сколько, что среднее кому стало, почему вы его не сдали в СУ, в СБУ, почему вы его не сдали за воровство. А теперь сейчас это легально. На 3 миллиона украл, 300 тысяч заплатил, воруй дальше. Конституция на паузе, все нормально. А нормальных людей, которые я выбираю жизнь, я борюсь за возвращение пленных. Я не хочу, чтобы молодые пацаны гибли, им жить нужно. Генофонд Украины, подумайте, люди, об этом. Гибнет генофонд Украины. Молодые ребята, им жить и жить. Давайте всех в СБУ, давайте уничтожим за то, что женщина правду говорит. Бог вам судья. Такие вот моменты. Ты пишешь, что ты идешь на войну непонятно. Все люди, которые там были, говорят, что она непонятна. Ми стріляємо в темноту, з темноти прилітає до нас. Розумієш? Якісь тут розклади, щось доходить, щось крадеться. Мільярд 800 приїхало. Де вони, волонтери, як їздили, так і їздять. Розумієш? А що по тих блокпостах твориться, то я вам навіть розказувати не буду. Серйозно, знаю, я би хотів розстріляти всю Верховну Раду і вбити всіх президентів. От у найближчі плани. Тому що поки то не поміняється, буде бардак. А я того бардака не люблю. Чого багато українського мова? Нового президента, нормального. Зараз мені прийшла повістка. Кузьма теж правду говорив. Навіть такі, як ви, його здали в СБУ. Міра на всім. Вам здоров'я. І подумайте, прежде чого, коли ви пишете, коли ви хочете кого-то здавати. Тільки би здавати. Люди, я вам всім желаю міра. Міра і живих дітей. Берегіть себе.